Некоторые слова очень схожи со славянским языком. Славянским языком, да и с русским тоже славянским. И, например, слово «дети» на санскрите тоже будет «дети». Или, например, цифры тоже одинаково звучат. Но есть, конечно, разница, и понятно. Но я это о чем говорю? К тому, что он знал санскрит, он его изучил, выучил. И уехал в Индию и изучал тексты, ведические тексты ведов, веды, знания из первоисточника. Он нашел эти книги, эти писания, мудрость человеческую, а может быть и не человеческую. Вот. И там было в этих знаниях, в этих ведах написано на санскрите именно природа, наша, собственно, природа, природа, как устроена Вселенная, как устроен человек. Человек — это тоже Вселенная. И когда он эти знания получил, он вернулся домой, и потом мы узнали, кто такой Никола Тесла. И не только он, многие ученые тоже так же знали санскрит и обращались к санскриту. Поэтому мне еще это стало более интересней, захватывающей, потому что я изучаю все-таки звук. Я провожу сейчас научное исследование. Звук, частоты, длины, звуковая волна и фракталы, фрактальная математика. Знаете, к чему я пришел? Я понял, что посредством мысли, мысль — это тоже волна, волновая энергия. При помощи мысли от нашего отношения, то, что мы воспроизводим, может быть, вот так. Может быть, вот так. Или как-то еще. Именно от нашей мысли и от нашего отношения, то, что мы воспроизводим, и то, что, как я сейчас говорю, как я пою, о чем я пою, посредством фракталов записывается эта информация в звук, в звучание, и передается пространству, предмету, человеку, Вселенной. И если знать, то что вкладывать? А я сегодня вам говорил, что наши встречи и концерты — это о здоровье нашем, о самопознании и саморазвитии. И дай Бог всем нам звучать именно высокой вибрацией. Ведь именно при высокой вибрации фигуры на воде, например, более сложные становятся фигуры, правильной природной формы. И пусть наши помыслы будут чистыми, и мы направляем только друг другу эту положительную энергию, дарящую мир, гармонию, сострадание и здоровье. Спасибо. Анча гази он ди.
небо.